А вот и Анька едет, и очкует, и очкует, и вообще вся напряглась. За что тут держаться, если что? Ногами. Молодец, поводочек подобрала, как только лошадь перешла в шаг, ручку вниз опустила, чуть мышцы руки расслабила, кисть не разжимаем. Лунтик сегодня тормозит хорошо. Ну вот да. Тебе вот повезло, уже... Лунтик хорошо тормозит сегодня. Сколько же можно лисать? Да. Поднимаемся рысью и двигаемся рысью. Вот посмотрела налево, и конь пошел налево, потому что дернула левый повод. Ты как на машине должна ехать, независимо, куда ты посмотрела, руль ты держишь в своем направлении. А у тебя получается, налево посмотрела, левый повод потянула. Что это такое? Молодец. Пяточки вниз оттянула и едешь. Ножку прижала жестко. Создаешь коридорчик, ручки-ножки. Выводи, выводи его, не стесняйся, выводи, настаивай. Пусть это будет не сразу, но как только он выехал на стену, ты ему голосом скажи «хорошо, молодец». И опять ты его пытаешься левой рукой поставить на стену, а у тебя есть правая рука и левая нога. Да, то есть ты удерживаешь, выезжая на стену, ты удерживаешь наружным поводом внутренней ногой. Да, да, можно даже носик чуть-чуть больше поставить к стене. Особенно, где он там не хочет забегать за фишки. Во, молодец. Если нагоняешь коня, можно вольтик сделать. Вольт налево, конь идет как раз, и вы поедете спокойно. Отлично. Чуть больше контакта, больше левого повода. И нога вся прижата, бедро напряжено. Серафима, молодцы. Чуть локоть к себе.